Белорусскому республиканскому союзу молодежи 19 лет. В конференц-зале гостиничного комплекса «Турист» открытый диалог. Начинается он с идей. Одна из них – развитие киберспорта. Спикер ссылается на опыт западных стран. Там и соревнования, чемпионаты целые проводятся. А у нас тишина. Прямо в зале находятся единомышленники, готовые поделиться опытом, наработками. В общем, проекту «Зеленый свет». Не забывают и про свои корни. Ведь все новое – это хорошо, забытое старое. Сегодня мы рассказали о том, какие традиции сохранились еще в Союзе молодежи, потому что мы правопреемники комсомола. Когда была организована наша организация, когда было организовано общественное объединение БРСМ, сколько за время жизни нашей организации 19 лет, какие появились у нас свои традиции, свои какие-то идеи, творческие проекты, которые реализуются и обновляются. Для почти трех десятков ребят сегодня день особенный. Им вручают членские билеты. Дарья Сидорова – одна из них. Свои 14 девочка – заядлый участник многих школьных конкурсов и проектов. Да, такие люди в БРСМ нужны. Тем более организация – хороший старт для успешного будущего. О документе. Если вы думаете, что это просто бумага, то вы ошибаетесь. Карта – это большие возможности. В частности, держателям предоставляются скидки в магазинах, кафе, салонах красоты. Здесь те, кто меня понимает, те, кто реально может поддержать меня, мою идею и сделать так, чтобы я всегда была кому-то нужна. Мне нравится множество интересных идей, которые они предлагают. А я всегда очень любила предлагать что-то новое. Мне кажется, что это надежда, которую мы даем. Студенческие отряды – бренд БРСМ. Например, этим летом в городе отработало 39 бригад. Это почти 500 человек. Ребята помогали на стройках, в лагерях и других учреждениях. В скором времени появится еще один трудовой десант. Бобруйск имеет свои проекты, свои наработки, свои традиции, которые действительно можно поучиться любому городу нашей Республики Беларусь. 6500 бобруйчан. Столько ребят в молодежном союзе города. Это не только школьники и студенты колледжей, но и работники предприятий. Новые идеи, сотрудники и задачи. С таким багажом БРСМ входит в свой 20-й год. Планы грандиозные. Успех – работа всей команды. Ведь каждый носит вклад в развитие города. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.